Луценко Наталья Алексеевна, городская библиотека номер 2, город Изобильный, Ставропольского края. Александр Кочетков. Баллада о прокуренном вагоне. Как больно, милая, как странно. Сродня с землей, сплетя с ветвями, как больно, милая, как странно. Раздваиваться под пилой. Израстет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Израстет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду, любовь и кровь не разделены. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой любимый, родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставание будет встреча, не забывай меня, любимый. За расставание будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездонным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал, нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земной сбросила с земли. И никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.